Будь уверен, будь готов, будь здоров. Именно под этим девизом стартовал второй день социально-гуманитарного направления. Мы находимся в спортивном комплексе игровых видов спорта, где происходит серия мастер-классов. Психологический тренинг, сдача норм ГТО и брейн-ринг о здоровом образе жизни. Сегодня участники тест-драйва знакомятся с основами робототехники. Они самостоятельно калибруют датчики цвета и пишут код для микроконтроллера. В данный момент мы собираем робота, который будет распознавать цвет какого-то материала и, соответственно, светодиод будет зажигаться этим цветом. Мы программируем его на компьютере, пишем соответствующую программу и собираем непосредственно робота. Ребята с инженерного направления сейчас рассматривают 5-рублевую монету в 20-тысячекратном увеличении на мастер-классе «Микромир. Свойства материалов и наноструктур». Я узнал много нового про устройство микроскопа, я узнал перспективы изучения вообще всех микроскопических тел. Это очень такая полезная акция, которая может приобщить абитуриентов к студенческой жизни. Да, мне очень понравилось, было познавательно. Узнал очень много о роботах, как их программируют, как создают программы, алгоритмы к ним. Вот именно этого робота только что запрограммировали участники тест-драйва на мастер-классе «Роботы в промышленности». Сегодня решали задачи по логистике. Нам рассказывали два примера. Они были очень интересными. Также мы узнали новые методы решения. Очень все понравилось. В рамках тест-драйва школьники посещают множество экскурсий. Участникам направления математика и информатика посчастливилось побывать в главном офисе одной из крупнейших IT-компаний страны – СКБ «Кондур». Нас провели по нескольким этажам, показали, как разработчики работают прямо на своих рабочих местах, как у них обустроена вот такая уютная домашняя обстановка. We'll be right back.
Это очень круто, и, конечно, если бы можно было в жизни, знаешь, так сделать тест-драйв всего. Тест-драйв работы, тест-драйв личной жизни, и чтобы понять, твое это или не твое. Учеба обещает школьникам активный, но тяжелый труд, от которого нужно уметь отдыхать. Для этого как раз подойдет экскурсия по популярным местам нашего города. Я не первый раз в Екатеринбурге, но я сегодня побывала в новых местах. Нам все очень интересно рассказывают саму историю Екатеринбурга. Участвовать определенно стоит. Это знакомство с многими новыми людьми. Это здорово. Астрономия. Это было очень интересно, потому что нам рассказали, что может быть с нашей планетой, как предотвратить чрезвычайные ситуации, которые могут произойти, как все образовалось. Также понравились опыты. Мы такого нигде больше не сможем увидеть. Понравился очень эксперимент с рыбами. Конечно, было жалко их, но наука того стоит. Это было захватывающе. В Институте естественных наук и математики школьники пугают рыбок Данио, кристаллизируют полимеры и знакомятся с перспективными направлениями небесной механики. Но на десерт – физико-химическое шоу. Thank you.
не грустно, тест-драйв подошел к концу. За эти пару дней ребята успели не только познакомиться с университетом, но и завести много новых друзей. Уже сегодня они начнут разъезжаться по домам, но мы надеемся увидеться с ними 1 сентября. До скорой встречи в Уральском федеральном!